Лайпциг. Надо спешить. Последние секунды большинства. И добивание. Гол! Карпов! 1-2. Магнитка бросается в погоню. Карпов удаление заработал. Карпов его же реализовал. Мы видим, выиграл борьбу на пятаке сейчас и отправил шайбу в сетку ворот. Но так уже были близки игроки «Металлург» к этой заброшенной шайбе. Достаточно много моментов создавали у ворот Ивана Федотова. И вот один из этих моментов они смогли реализовать. Ну да, скажем так, назревал потихонечку гол. Уже там и несколько опасных бросков Чибисова. Яковлев тоже разводил там хорошо.